Луганске боевики похитили редактора местной газеты и его сына. Их удерживали некоторое время в захваченном здании облгосадминистрации. Из дома редактора и редакции похитили имущество и два автомобиля, принадлежащих Сердюкову В.М. Под утро его вместе с сыном освободили. В настоящее время оба находятся в больнице. И еще сообщение с Востока. Группа из 20 террористов напала на донецкий завод «Топаз» с целью завладеть спецтехникой и автомобильным транспортом. Украинские военные окружили кольцом город Мариуполь Донецкой области и готовятся выбить из города боевиков, хотя местные силовики уговаривают силы АТО не начинать активную фазу операции.